Видите как два раздолбайских ушлёпка. На мы сука счастливы. Мечта всех родителей. А вы два нахуй, блин, сосраться. Будет всё, хватит. Давайте успокоимся. Вы меня выбесите? Да нет. Конкретно. Хватит. Реально палку трекнули. Гостиную разнесу. Хуя. Давайте сделаем перерыв. Еще и тапки заставили напялить. Вы че вообще? Разговор не задался. Охуеть, как не задался. Бесите меня. Давайте все пойдем. Все надо. Выпьем чаю. Шаг начали. Чаю. Или кофе, без разницы. Нет, ну это ж надо. Охуеть не встать. Как ты? Мы херово выглядим, но мы счастливы. Ладно, я все поняла. Пошла плакать. Так еще бы. Открыла слезы. Ого-го. В смысле ого-го? Да ты сроду так не присасывался. За всегда я так дую. В жизни так не дул. Да нет. Делает пару капок и заклоняется, что упор. Ты один раз хуйгаш, сам так делаешь. Нафига? Ты один раз обкумарился, так сразу в больницу повезли. Не в больницу, а в травмпункт. Ну, давление тебе всяко мерили. Да ты что делал, если бы думал, что сейчас язык проглотишь? Сыкотно так-то. Да странно это. Как самочувствие? Да нормально, слушай, отвалили уже. Денек просто говёный. А чё говёный? Мамка на нервы капала. А потом в горечко одел, смел видел. Только не начинай, а. Мне просто мне новый парень нарисовался. Он пират? Как понять, пират? Но он пират? Да сфига ли пират-то? Что-то я сказал, жжёте теперь. С Михаилом наш пиратом встречается. Не шучу, реально слухи были. С крючком. Да не пиздите вы. Я реально слышал, она встречается с пиратом. Да не встречается она с таким пиратом. Скучаешь по ней? Да, немного, но фигово, что больше не с ней. Да так, не особо. Знаешь что, Шон, если хочешь, могу и ей притвориться. Больше не надо. Шон, собирайся, мы едем в Израиль. Шон. Шон. Прекращайте, вы пиздец какой-то.